Тактика Российской Федерации состоит в поддержке терроризма и расовой дискриминации, а также пропаганды, запугивания, политической коррупции и кибератак. Это реальность, в которой мы живем на Украине. Российская Федерация продолжала все это делать последние 3 года. И все это время она продолжает отрицать многогранную агрессию против Украины. Сегодня я стою перед Международным судом, прося защиты элементарных прав человека украинского народа.